19 января православные христиане отметили один из 12 главных праздников церковного календаря – Крещение Господне или Богоявление. В основе праздника – таинство крещения, которое совершил Иисус Христос в реке Иордан. Каждый знает, в ночь на 19 января самые смелые окунаются в ледяную воду в специальной купели или проруби. Погружаясь в воду, как когда-то Иисус Христос, люди верят, что не только закаляют тело, но и очищаются духовно. Купание на источнике Казанской Божьей Матери, где традиционно проходят обряд десногорцы, продолжались в течение всего дня. В этот праздник также принято набирать из источника воду. Считается, что в крещенскую ночь она становится святой и обладает целебными свойствами. Но главные празднования проходят в храмах. В Богородице-Скорбященском кафедральном соборе божественную литургию возглавил протоиерей Виталий Сладков. Поздравляю всех вас с праздником сегодняшним, святого Богоявления. Хочу пожелать освящать свою жизнь молитвой, участием в спасительных церковных таинствах, участием в богослужении, трудом ежедневным, спасительным таким, когда вот человек себя реально переделал. Был жадный, стал щедрый. Был злой, стал добрый. Был лукум, стал честный человек кристальной чистоты. Наше пребывание в церкви должно к этому каждого привести. Двери храма были открыты для прихожан до глубокого вечера. Сотни верующих посетили праздничное служение и унесли с собой воду. Крещенскую святыню с верой в то, что она принесет им здоровье и благодать на целый год. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.